близко. Утром первого дня недели Мария Магдалина пришла ко гробу рано, почти затемно, и увидела, что камень отвален от гроба. И побежала она к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Господа нет, унесли его из гроба. И где положили его, неизвестно. Петр и другой ученик тотчас пошли ко гробу. Они оба бежали, но другой ученик бежал быстрее Петра и оказался у гроба первым. Он заглянул туда и увидел лежащие пелены, но не вошел. Вслед за ним подошел Симон Петр, и он сразу вошел во гроб. Он увидел пелены, лежащие там, и плат, который был на голове Иисуса. Он лежал не с пеленами, а отдельно, и был особо свит. Тогда и другой ученик, тот, что прибежал первым к гробу, вошел и увидел и уверовал. Они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Ученики возвратились к себе. А Мария стояла у входа и плакала. Горько плакала и смотрела во гроб. И увидела двух ангелов в белом одеянии там, где было тело Иисуса. Один сидел у главы, а другой у ног. «Жену, что ты плачешь?» – спросили они ее. «Да вот Господа моего унесли, и я не знаю теперь, где его положили». Она обратилась назад и увидела Иисуса, но не узнала его. «Женщина, что ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она думала, что это садовник, и сказала ему: «Ты его вынес, садовник. Скажи мне, где ты его положил, и я заберу его». «Мария!» Она сказала ему на языке иудеев, «Равуни!» Что значит «учитель». «Не прикасайся ко мне. Я не вошел еще к отцу моему. Иди и скажи братьям моим, что я восхожу к отцу моему и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Мария Магдалина пошла и возвестила ученикам его, что видела Господа, и передала им слова его. В тот же первый день недели вечером, когда ученики его собрались в доме и крепко заперли двери, так как опасались иудеев, пришел Иисус и стал среди них. «Мир вам всем!» – сказал он и показал им руки и ребра. Ученики очень обрадовались, увидев Господа. Иисус же вновь сказал им: «Мир вам всем! Как я был послан Отцом, так теперь и я вас посылаю». С этими словами он дунул на них. «Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тот прощен будет. А кому нет, на том, значит, они останутся».